Вы смотрите обзор товара «Компостер» с крышкой «Волнуша», Россия, 1000 литров. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Компостер «Волнуша», объем 1000 литров, 1 кубических метров. Материал – морозостойкий полипропилен, первичная гранула. Размеры. Для созревания компоста высота и ширина должны быть не менее 1 метра. У «Волнуши» диаметр нижнего основания – 1 метр. 20 сантиметров, верхнего – 1 метр. Ровно высота – 1 метр. 7 сантиметров. Высота – 1 метр. 7 сантиметров. Меньше, чем у большинства импортных. Чем и удобно для опрокидывания в него ведер с травой и сорняками. Особенно это смогут оценить дамы бальзаковского возраста. Материал. По результатам наших исследований большинство компостеров, продаваемых у нас, отлиты из вторички, то есть дробленых использованных пластиковых бутылок, упаковок и тому подобное. Хорошо, когда к ним добавляют зольный наполнитель для защиты компостера от солнечных лучей, но, к сожалению, это происходит не всегда. Такие изделия имеют самые малые шансы на долгую жизнь. Мы категорически приветствуем правильную утилизацию вторички нашими производителями, страна будет почище, а вот импортное то нам зачем? Волнуша же отливается из морозостойкого полипропилена, первичная гранула, так что сомневаться в ее долговечности оснований нет. Форма. Усеченный конус, то есть в горизонтальной плоскости круг. Это означает, что компостная масса не будет выгибать стенки дугой, это уже сделано заранее. Волны же придают конструкции дополнительную жесткость. Толщина стенок. 3 мм. При меньшей толщине, да еще без ребер или волн, жесткость и прочность конструкции подвергаются угрозе, а такие примеры в продаже, к сожалению, есть. Крепеж. Мы пока остановились на мебельных болтах, так как пластмассовые защелки должны быть тонкими для гибкости, что не очень хорошо для их прочности и долговременной морозостойкости. Крышка в открытом состоянии может смещаться относительно верхнего торца компостера, увеличивая тем самым площадь загрузки. Красота, конечно, страшная сила. Здесь мы хотели бы выразить нашу глубокую благодарность Тихонову Александру Геннадьевичу за помощь в разработке дизайна «Волнуши». Габаритные размеры в рабочем состоянии – 1 метр 20 сантиметров. Низ – х 1,0 м, вверх – х 1 метр 7 сантиметров, высота. Габариты в упакованном виде – 1 метр 10 сантиметров на 1 метр ровно на 0 метров 31 сантиметр. Объем – 0,34 кубических метров. Нижний диаметр – 1,2 метра, верхний диаметр – 1 метр, высота – 1 метр 7 сантиметров. Объем – 1000 литров. Материал пластика – морозостойкий полипропилен. Загрузка осуществляется через крышку. Выгрузка происходит из нижних лотков с четырех сторон. Габаритные размеры упаковки – 110 на 100 на 31 сантиметров. Вес – 18 килограмм. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.